Всем привет, вы на канале с Чебурякову. Все, если хотите сказать, отважьте все. В общем, это последний герой, как всегда. Я хочу сделать наковальню, но я не знаю, какое делать. Потому что я хочу зачаровать вот это вот. Посмотрим, может она из железа как-то делается. Вот она. А как вот железо? Понятно, надо много железа. Смотрите, какая у меня броня. Ой, надо шлем или штаны, что-нибудь из этого. Ладно. Пока что будем без этого жить. Я, знаете, что хочу? У меня 6 алмазы с прошлого видео. Я хочу сделать алмазную кирку, добыть обсидиан. Сделать портал в ад. Вот. Сначала надо найти кремень, но его можно легко добыть. Вот у меня здесь гравий. Его ставим и так ломаем, пока не выпадет кремень. Вот этот. Вот. Здесь он быстро выпадет. Вот он пока не выпадает. О, вот, все выпал. Вот. И еще нам надо железо. Сейчас мы сделаем сразу зажигалку. Я думала, блок этот железный. Делаем зажигалку. Ой, как я много смогу алмазного сделать. Ой, зачем мне ножницы? Вот делаю зажигалку и кирку алмазную. Алмазная кирка, ребят, смотрите. Алмазная кирка в первый раз. Это 7-я, да, часть? 7-й серии уже алмазная кирка. Думал, быстро справился. Вот. Сейчас пойдем за обсидианом. Вот. На всякий случай возьмем ведро. Лаву там взять. Кстати, да, лаву надо. Пошлите. Так, нет. Туда пошлите. Блин, а! Надо эту пещеру заложить, она мне бесит. Пошлите вот в ту деревню, потому что там, я видел, есть обсидиан. Что хорошо. Вот. Нам он нужен. В этой серии, наверное, мы как раз в ад уже пойдем. А может, в следующей серии пойдем в ад. Блин, я в шоке, уже в ад идем. Ну, не сейчас, но за обсидианом. Я вообще в шоке, то что так быстро. Еще главное повезло, то что именно 3 алмаза в этой закроснице. И хорошо, что я вообще ее нашел. Если бы я ее не нашел, то все. Надо было искать алмазы. Вон я вижу обсидиан. Так, теперь нам надо. Теперь, блин. Ой, тут золото есть. Да блин, как мне залезть? Да что такое? Дайте я залезу. Да чё это такое? Зачем мне такая жизнь? Да наберись ты ведро. О, господи. Как мне набрать ведро? Мне надо ведро воды. Очень сильно. Ладно, я зря забирался. Можно вот тут вот. Идти. Вот так вот. Быстрее. Все. О, так. Ничего себе. Там есть внизу лава. Ой, это будет долго. Да-да. А. У меня зависла игра. Ой. Что-то у меня все сломалось. Да блин.
тут будет сложно. Потому что внизу лава. Что очень плохо. Видите, он разжёгся. Я буду вот так рубить. Хорошо то, что я ведро взял. Забрал. Да блин. Оп. Забрал. Тут мы так разливаем. Нам надо сколько, если 3 на 3, там 3 или нет? Нам сколько надо? Надо какой? Надо 2, 2, 3, 8. Ничего себе! Живем. Да блин, зачем я прыгаю? Так еще дольше. Давай ломай. Оп. Он сжегся, блин. Знаете что? Ломать тут, чтобы сразу вот так. То что? Чтобы вода сразу лаву заделывала и все будет хорошо. Он опять жёгся? Нет, он не жёгся. А, так там вообще мало осталось. Что теперь делать? Ломаю, ломаю, ломаю. У нас осталось всего лишь два кусочка. Я забрал? Надеюсь, да. И последний, последний, родненький. Он жёгся? Все, у нас 8. Я же правильно, да? О, железо. У нас готово. Красный камень. Я хочу красный камень. Дайте мне красный камень. Ладно, не надо. Знаете, что я хочу? Я хочу медь. Очень люблю медь, знаете ли. И золото я хочу. Все. Как тут подняться? Дайте мне золото мое. Все. И еще. Что еще? Мне надо. Да. Там медь. Я вижу железо. Железо мое. Железо. Нет! Еле вышел. Красный камень. Вот там что. Но я хочу туда. Золото. Очень хочу золото. Одно сгорело золото. Так, что мне еще надо? Мне надо. Знаете что? Я хочу еще красный камень. Он красивенький. Но что-то не собирает. Нет, нет! Ладно, все равно уже ночь. Можно собирать. И я хочу как раз уже построить портал в ад. Но я еще хочу дом достроить огромный, потому что там ничего не настроено. Просто пустое место. Но это красиво или нет? Нет, конечно. Теперь знаете что? Возьмем. Выложим все, что нам не надо. Что мы потом возьмем. Сюда, сюда, сюда. Так.
Все. Теперь строим портал в ад. Так, где у нас будет он? Угу. Я думаю, вот тут вот или нет. Куда мне поставить? Может, вот тут? Нет. Вот тут? Да, тут. Раз, два. Раз, два. Раз. 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 И еще. Нам ничего не хватит. Подождите, если мы сделаем вот такой маленький, он сработает? Да, блин! Потухни, огонь. Уйди, огонь. Нам надо еще два куска. А вот это надо сломать. Супер! Это было 10 кусков. Почему Саша такой рукожоп? 6, 7, 8. Ну да. Как я так посчитал, что надо 8? А-а-а! Надо опять идти. Это надо убрать. Может, он из этих камней не стоит? Нет, мне кажется. А где еще один? Где еще один? Ай, кошмар. Ой, так, хочу нос почесать, знаете ли. Вот так вот. Вот, вот так, вот так. И сверху еще. Да? Да. Все, блин. А я что делал? Фигню какую-то. Все, пошлите, быстренько сломаем и придем. Потому что нам надо быстренько все. Серия уже под конец идет. Мы еще ничего не сделали. Кстати, я немножко приболел. Вот. Извините за мой голос. Быстрее туда, быстрее. Просто падаем туда. Сразу же, не думая, вот так вот. Уи! А кто там сдох? У меня есть ведро, у меня есть ведро. Кто первый попадется? Какой? Где все аксолотли? А еще уже сдох. Да блин! Где вы? Ладно. Да блин, я сейчас сдохну. Пофиг на этих аксолотлей. Захотят жить, придут ко мне. Все, ломаем два обсидиана. И идем достраивать. Да что ж это такое? Фух, он не жопся. Все, последний, пожалуйста, не сдохни, умоляю. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ко мне. Он загорел. Последний шанс, пожалуйста. Да что это за фигня? Все, все, умираем. Ой, как красиво. Все, мы дома у нас. Идем достраивать. Поставим два обсидиана и зажгем его. Вот наш портал и... Портал ват! Какой он красивый! Пошлите! О, как затягивает!
Все? Генерация ландшафт. Что ж там будет? Я вообще давно в аду не был. А тут ничего не изменилось. За несколько лет. А это что такое? Да вы издеваетесь, сразу гаст. Подошел сюда. Подошел. Хорош. Так, ну... А что с ними? Их изменили. Ты... Тупой гаст, блин. Я ухожу, до свидания. Привет, свинка. Я знаю то, что вы мирная, пока вас не побьешь. Знаете что, я хочу вот этот цветокарь. Очень хочу. Да что ж, я ничего не вижу. Ох, какой красивый. А это что? Это самородок? Офигеть, из него можно золото сделать. Прикольно. В смысле там еще один? Вы сговорились? Ой, кошмар. Я хочу себе сделать потолок. Или стену. Привет, свинка. Я думаю, столько хватит. Это кто? Это что за дичь? А если его убить? Ничего. Ой, это еще один, только большой. Ой, смотрите. Он горит. Так его... Нет, смысла нет. У меня есть вода. Сейчас я попробую как про. Подождите. О, так тут вода не работает. Что мне делать? Откуда там интер? Я хочу. Лава. Так я тут не. Камень, привет. А если я тебя убью, ты мне дашь золотую? Ой, что-то все на меня побежали. О, он мне дал золото. Мне надо золото. Все, я забрал. А где золото? Где мое золото? Я хочу вот тот камень. Как мне туда спуститься-то? Что мне делать? Помогите. Мне, наверное, придется умереть. Я тут успел ведро лавы взять. Привет, кролик. Как-то у меня там поле. А? Почти все вылезло. Знаете что?